Да. Вот сюда не запрыгнуть. Могу, конечно. Да? Нет, тогда это вот сюда. Вот, ну, через вот, голову. Да, да, да. Давай. Не-не-не, не, 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 не так. Больно, больно. Почему? По ноге попала? Извини, пожалуйста. Ну, конечно, все подустали. У всех уже не хватает выдумки. Но все равно как-то выдумываем. Вроде кажется, что все. Больше невозможно ничего придумать. И вдруг что-то раз, хоп, родилось. А ты можешь? Погайте. А ты можешь? А ты вот так вот. Вот так вот. Я тебе вот так вот как-нибудь возьму одной рукой. Не смейся, я еще сам не знаю. А ты будешь вот так вот держать крепко, а я тебя на одной руке вот так подержу. А если за одну рукой ногу тебя буду держать? Да. Этой и вот так вот, как-нибудь как флаг. Давай, и... Мне... Что у тебя там? Я потом скажу. У тебя рука соскальзывает? Ну там так и держат за это место. Да? Ну вот здесь, да. Оп, родилось. И опять они издеваются надо мной. И опять заставляют делать какие-то новые шаги. Новые элементы. Новые элементы. Поддержки. То есть все идет своим путем. Все, и все здорово. Здесь я довернулась первый раз. Отбросила. Да только это не... Куда хапать надо? Ну давай, трогай меня. Рахуй. Зачем нос-то бить? Вот за грудь трогай, не за нос. Ну давай, вот так. А я, и только расслабь их. Расслабь руки, руки расслабь. Напряженно, да, держу? Ну очень. Мне их надо отбросить. А-а-а. Ты вот прям... Да я очень нежненько, честное слово. Илья, у нас не получается. Нет предела совершенства. Нету предела. И когда ты делаешь что-то интересное, ты знаешь, что ты можешь сделать еще лучше. Вот от этого строится вся моя работа. В любой работе, тем более здесь нет профессионал пока. Почему пока? Потому что к этому я стремлюсь. На льду Мария Петрова и Костя Дзюб! Ну, по-моему, тема стиляги для Марии и Кости просто создана. Для них Илья Авербух подобрал песню из кинофильма «Мы из джаза». «Моя старая добрая развалина». Это такой типичный, традиционный новоорлеанский джаз. Отчаянно смелые, но такие азартные.
Замечательные стиляги из Кости и Маши сегодня на нашу радость. Кстати говоря, исполнительница этой песни Лариса Долина, вот она в зале. Мне очень понравилось. Три элемента ультра-си. Ну, это нашего ледникового периода ультра-си. Одна поддержка в стиле спуска с пальмы, которую Мария изобразила на Кости. Потом вот этот заключительный аккорд, когда мало того, что Маша ото льда оторвалась и на одной кости на руке держится, она еще и оборот умудрилась сделать на 180 градусов в воздухе. Такого ребята еще не делали. И, конечно, я думаю, что Илья Авербух...